Всем привет из Одессы. Сегодня у нас 2 апреля. Тепло, солнечно. Я гуляю по парку Шевченко. Иду на Лонжерон. Все начинает расцветать, цвести, жизнь возрождается. Прогулочный катер. Море сегодня спокойное, тихое. Крутые одесситы не ходят по пляжу, они ездят. Сейчас у нас 6 часов вечера, но людей на пляже полно-полно. Команда КВН «Одесские манцы» снимала свой сериал «Однажды в Одессе».
какое оно теплое или холодное. Ну, море слегка прохладное, практически как вода в кране. С вами была Одесса. До встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте класс. Всем пока. Физрук приехал в Одессу. Вечер наступает, солнце садится, я иду домой.